watch hentai all the time with Senpai. My soul is tormented by a succubus. Call assist, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Всем конечно, с вами Тед, и мы играем за часы, я говорю, Гаррис Мод на сервере Tsushima RP IP в описании, и ссылка на Discord сервер будет тоже в описании. И сегодня будет Гровер, а точнее то, что это самая, наверное, сложная для меня профа, которую я сейчас понимаю. Пытаюсь нормально что-то на ней заработать уже на протяжении, наверное, 5 часов понять ее. Только спустя очень долгое промежуток времени я понял, как это делать. Кстати, надо уже можно выключать. Сейчас это соберем урожай. Кстати, повезло, где-то хорошо. Не знаю, больше. Подвисать? Ну, по идее, почти не должно. Но пока у нас там это все выращивается. Я схожу. Ну, не выращивается, а это сушится. Схожу за денежкой. Вот так вот сделаю. Да, я еще майню за Гровера. За Гровера там не запрещено. Там за всех гостников запрещены принтеры. Но нареканий по поводу вот этого нет. По крайней мере, в правилах строительства про это ничего не написано. Покупаем еды побольше. Ну, это очень... очень много затратная по деньгам работа, но я делаю, я пока что думаю, то есть если она принесет мне очень много сейчас, я не знаю, до скольки он секунд надо там, чтобы дойти, но я дошел по 600, по сути, изначально секунд, а тут уже 474 секунды выращивается. Можно вот еще раз попробовать вырастить, то есть меньше сделать секундах, то есть где-то 300 с чем-то секунд почти сделать, ну или 400, то есть это около 5 минут, и по идее сделать вот, ну, готовое, начать продавать. А это будут мои запасы для создания косяков. О-о-о. Значит, еще можно 100 грамм, кстати, нормально. Это нормально? А сейчас как-то... Так. Ну, было 475. 438 давайте создавать. Название любое тут вводить можно, я просто называю так. Не буду произносить. Не знаю, можно ли это произносить. Вот я не буду на всякий случай. Вдруг YouTube не так поймет. Я все-таки против этого, но это игра и так далее. Ого. А это две хорошие такие. Ну, по сути, этого должно хватить. Но, кстати, это где-то усреднит нам значение. То есть 39 будет получается. Усредненно. А это у нас еще тут 2 доступно. То есть мы еще 200. Мы, кстати, можем просто по приколу. Да, закинуть вот это, продать вот это. Понятно. Пока это делается, сходим к продаже. Так, мы у торговца и продаем мне. Воу, дежавю. 40 тысяч.
То есть, получается, то, наверное, двадцатку принесла от тех кусочек такой. И это довольно-довольно хорошее. Скажите, 40 тысяч на примерно затрат очень много. Это мало. Очень, ребят, мало. Потому что затраты были, наверное, ну, по 60 тысяч каждый пор. Это где-то 240 тысяч уже потрачено на это. И столько принесла. Может, если было бы нормально, может быть, и я примерно среднее куплю. Мы тестируем все-таки и хотим понять, прибыльно ли это или нет. Скорее всего, это ну как-то прибыльно, но как-то по-другому, как-то надо это, понимаете? Неизвестно, как это работает. До конца мне непонятно. Может, без этого как-то можно без обходиться без удобрений, но понимаете, это же будет очень-очень сложно. Очень довольно хороший получилось у нас. Так называем. Пока мы ждем, я сейчас вот это для вас засею, удобрю и вернусь. Так, ребят, я все сделал, ну, почву сделал, удобрил, осталось только дождаться вот последней порции. Так, теперь засадите, ребят, но перед этим делаем включение двигателя, генератора. И теперь можно сажать. Такая система по автоматика. Для кого нужно, пользуйтесь. На имя должно все вниз смотреть. Вот эти текст. То, что, ребят, вернемся, как все вырастет. Кстати, а пока вы ждете, пока все я почти сделаю, вот вырастет и высушится, я вам расскажу о такой, наверное, фишке. Вот этой доски. Ну, что она делает и так далее. Некоторые могут знать, а для тех, кто не знает, здесь можно делать вот это. Делаем и просто используем. И вот это как раз можно уже будет продавать людям. Придумано, прикольно, удобно. И можно, когда вы там именно называете, можно как угодно назвать, это будет эксклюзивная вещь. И по сути, фактически эффект не меняется, явно я не замечал. А мы скоро вернемся. А, ребята, я тут, я уже начинаю собирать. Я не хочу, то есть, уже увеличивать. Там можно, конечно, увеличить там до 400. Но я не хочу. То есть там почти 400, но там можно до 150 дойти и очень дорого продать. Ну, я хочу просто уже заканчивать в плане не видя, а сейчас данные играю на сервере, потому что я очень долго отыграл. Сеанс. Это сеанс длится, ребят, 769 минут. Ну, попробуйте просидеть в Гаррис Моде вот столько времени. Да и почти невозможно будет улучшать дальше. Да и просто вам показал, как надо делать. И, по сути, вы сами решите, как вам делать лучше будет и так далее. Сами будете думать. 40% на 800 грамм. Вы, ребят, должны сами решать, сколько, ну, до скольки вы дойдете. Но это будет очень долго, ребят. И, во-вторых, вы не обязательно что купитесь этот раз. Ну, и, во-вторых, ставьте принтер всегда заранее, чтобы у вас был. Ну, сначала ставьте принтер, чтобы вы могли деньги, потому что вам явно не хватит миллиона и так далее, потому что я явно потратил больше, чем миллион, ну, как минимум миллион. Да, ребят, ну, спросите, откуда у тебя столько денег? Просто нафармил за сегодня.
Да, вот видите, самый богатый человек, то есть вы видите то, что это за сегодня легко нафармить. Но вы, может, чуть меньше нафармите, чем я за этот же промежуток времени, ну, лямов 8. Ну, это не так уж и мало, а я вроде взял, да? Да, я все взял. А что у меня раньше? Ладно. Заболтался. Пойдем. Забирать. Потому что рестарт на сервере вот у меня через полчаса, ребят. А потому что 4 часа ночи скоро будет. И в будущем я сделаю бонг. Ну, запомню бонг. А в следующем ролике, или, ну, когда будет Гровер, вторая серия про Гровера, где будет больше подробностей и так далее. А давайте-ка порадовать. God, I'm hungry. Мне не показалось, или там 22 тысячи было? То есть, ребят, это надо очень долго прокачивать. Либо над Цусими РП надо что-то делать с удобрениями, потому что не катит ценник удобрений и то, что мы получаем. То есть ну, очень сильный ребаланс Гровера. Гровер сейчас не в лучшей ситуации. Ну и онлайна на сервере сейчас нету вообще. И максимальный онлайн, который был за сегодня, это 6 человек. Да, скажут, кто-то мало, но сервер рекламировали, считай, один раз. И это только SF. И то там никто, по сути, не пошел наверняка. Да и этот сервер может для некоторых просто весит слишком много. 3 гигабайта. 3,1 гигабайт, ребят, это много, наверное, кому-то. Но я не сказал бы. Но то, что вы получили 40 тысяч тогда за более хуже. Я не знаю, как это вообще работает. Ну ладно. Это самая, наверное, такая хреновая для меня работа на этом сервере. Потому что даже курьер будет гораздо лучше. Даже курьер будет окупаться. Объясню почему. Потому что тут я вообще не окупился. Я только если ради, если бы не маники, я бы тут бы уже бы обанкротился. А так, если вы хотите играть за Гровера, то вы очень много времени потратите. По крайней мере, я как понял друга, который, ну, который тут был со мной, который мы познакомились, который знает разработчика. И, скорее всего, так это должно быть, где-то 150 секунд, ну, должно быть, чтобы продать где-то вот это за 700, что ли, тысяч. Это, ребят, очень долго делается. И мне кажется, Гровер тут нужно очень сильно ребонить, потому что ты тратишь примерно 10 минут, то есть около часа, а ты даже прибыли не имеешь. А с вами был Тед. Ставьте лайки, комментируйте. А мы играли на Цусима РП, IP сервера в описании, и группа Дискорда тоже в описании. Всем удачи, всем пока. Пока-пока. Бай-бай.